Основной конкурс «Кинолент» продолжится еще пару дней. Помимо просмотров новых фильмов, участники фестиваля посещают спецкурсы. Их проводят писатели, сценаристы, режиссеры. Ну а ежедневные пресс-конференции помогают глубже понять замыслы авторов фильмов и разобраться в тонкостях и нюансах съемочного процесса. «После тебя» – это третья режиссерская работа Анны Матисон, супруги Сергея Безрукова, который исполнил в фильме главную роль. Это история про знаменитого актера балета Алексея Темникова. Человека талантливого, но достаточно одинокого в силу своего сложного характера. «Женись на мне». «Что?» «Это я, кажется, делаю тебе предложение». «А я отказываюсь». Его мучит вопрос, который, впрочем, заботит каждого человека. Что я оставлю после себя? И он, зная о прогрессирующей болезни, решается поставить балет. Сергею Безрукову нужно было самому танцевать в кадре, но не во всех сценах приходилось прибегать к помощи дублера. «Что касается балета, то я, естественно, любитель абсолютный. Как драматический артист, когда-то прошел занятия танца в школе-студии МХАТ, и на этом все. Я поверил в себя, хотя, честно могу сказать, действительно волновался, потому что в 42 года я не профессиональный артист балета. Ну как? Волновался, но тем не менее». «После тебя» – это фильм про характер, про судьбу человека. Сильный актерский состав – Алена Бабенко, Сергей Газаров, Владимир Меньшов. Фильм «Корректор» актуален как никогда. Тоже про человека, но наделенного психологическими способностями, а соответственно имеющего все возможности работать коллектором. Его играет Константин Хабенский, и этим все сказано. Любимец публики, ну, никак не может стать отрицательным героем. «Я никого не убивал». «Ты загнал человека в угол и не оставил другого выхода». «Это моя работа – помогать людям возвращать долг». «Ну, признайся, тебе страшно?» Работая с крупными должниками, коллектор сам становится мишенью. И у него всего только одна ночь, чтобы избежать наказания. Режиссер фильма Алексей Красовский сообщил на пресс-конференции, что они планируют представить «Коллектор» на международный фестиваль в Карловых Варах. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.